Уходит год. Он, если разобраться-то, оставил след у каждого в судьбе. Прости-прощай, 2016-й. Мы добрым словом вспомним о тебе. Уходит год. Но мы, конечно, знаем, что на всех парах и не сбавляя ход, к нам приближается 2017-й. Другой и совершенно новый год. С кем встретишь год, с тем ты и проведешь его. Примета верная, она стара как мир. Мы с вами вновь в 2017-м, а вы с телекомпанией «Эфир».